Давайте 5, 4, 3, 2, 1. Пул. Ребята, эта фаза, это самое вообще простое, что может быть на этом боссе. Слышно? Вот, вышли. Ужин трогаем, отошли. Шадоу, не забудь. Да. Пять секунд. Поехали. Так. Шаман. Катится. Шаман. Ну что, умерла, что? Второе копье. Второе копье, да, поднимашьте. Подотите. Я перешел на копье. Скатья, боже мой. Прикольно. Че они так ваншоты, это не заебали просто. Ну вставай, вставай, вставай быстрее. Попробуй сейвы просить начать. Блять, у меня фулл стол, какие сейвы, блять. Поедет сейчас. Скатья, риснете. Шаман бежит. Откидывай. Поставил череп. Он сейчас нас продал, а не. Джеймс. Так, сместились от этого копья, не дамажим его. Не дамажим его. Раяна есть, сама даст. Следующее. Убивайте босса. Ой, шамана, точнее, там шамана и босса. Я да, шамана, 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 шамана. Дайте сейф, зубы. А уешим там, подоуешивайте немножко. 9%. Нет, не повезло. Поехал. Босса, 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 босса. Поехал. Так, Раяна, Эма, сейчас. Сейвы. За звезду, фаза, как все, можно. Фаза. Забивайте адов мелких. Омикрончик, ну ребята, ну как вы умираете, блядь? Скачу, можно резать? Добиваем адов, да. Адов, 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 адов. И копья, давайте тоже. Копья, доты, мадов. Копья за доты, доты. Да там боссы бесполезно доты. Не, уже 100%, у него уже можно. А, уже 100? А, уже да, да. Боссы просто копья. У нас вон, без копья продолжите дамажить. Так, стоим. Стой, так, стоять. Вот. А, ну все вместе, все вместе, это все вместе. Просто ауешим. Да, просто бежим ауешим до конца. Адов-то бейте, сразу побежали. Всех вообще убили. Всех надо убить. А да, ребята, пока мы не убьем всех адов, как бы у нас фаза не закончится. Джой, если это что. А чё мы все убежали? Тут уже сзади как бы ады были. Сзади всех убил. Конечно, когда мы умерли, они все умерли. Так, ребят, смотрите, он перед собой кастует клиф, как наша. Вот помните, вот смотрите, отошли от него. И стоим все в миле, проще двигаться. Встаньте в миле, проще двигаться, проще хилиться. Что у нас десятки было максимум? Проще хилиться, а мы умираем. 15 энергии где-то, 23. Ясно, блять. Да тут надо милишника в первой комнате оставлять, РНЖ, или наоборот. Даже РНЖ в первой комнате оставлять, а милишника дальше ничего. Ну да, наверное. Так, в этой комнате хорошо, рейнджики в начале, милики бегут вперед, понятно. Дальше, так, надо будет на две группы разделить всех, весь рейд. Там, походу, ады танчатся, походу, и кастытов танка сдают, если у них есть активный мили-рейнджер. А вот МК надо очень быстро убивать. А вот тут касты надо сбить. Да, МК, что надо сбить каст, в первую очередь МК. Сколько человек в МК-то взял на самом начале? Там мало. Как танк взял? А там уже всех... Я в Раяну столько засадил. Сколько? Человек 6-7. Нет. Там каст, просто таймат, там очень быстрый каст. Там он сразу берет, сразу начинает кастовать. Если каст не собиваешь, он берет следующий. Там сразу. Не-не, там сразу много людей. Мне тоже показалось, что 3 человека.